Каждый из вас знает, что у человека есть 5 чувств, но главное из них – это зрение. Ведь большую информацию об окружающем мире мы получаем с помощью глаз. Я ношу очки с 12 лет и знаю, как важно видеть четко. Как человек, который стеснялся в детстве очков и не хотел их носить до последнего, я рад, что сейчас носить очки – это модно. Советую вам вовремя подумать о вашем зрении. Меньше проводить время перед компьютерами, смотреть телевизор нужно тоже не очень часто, хотя сам работаю здесь. И, конечно же, меньше времени проводить перед гаджетами и перед экранами своих мобильных телефонов. А главное – просить родителей раз в год отводить вас к врачу-офтальмологу, чтобы проверять зрение. Дошкольного учреждения очень благодарна той благотворительной акции, которая сегодня у нас прошла. Первый раз в стенах дошкольного учреждения дети получили замечательные подарки – очки. Выбирали они их сами, вместе с родителями. Для каждого был подарок очень важен, очень нужен. Ну и я очень хочу сказать спасибо партнерам, которые помогли это сделать. Это сотрудники еще Мира Оптики. Взаимодействие двух сторон таких замечательных принесли сегодня радость, доброту и тепло в детский сад. Поддержали идею проверки здорового зрения. Поэтому я очень рад, что вместе мы смогли сделать одно большое и доброе дело. Давний партнер и единомышленник в вопросах формирования культуры здорового зрения в России. Мы благодарны Силор за такой масштабный проект, призванный помочь детям и взрослым обрести четкий взгляд на мир. И верим, что совместными усилиями мы добьемся колоссальных результатов. Мы очень
очень признательны нашим партнерам сети салонов «Мир Оптики» за то, что они нам помогли провести такое замечательное мероприятие в городе Тула. Сегодня мы вместе осчастливили 18 детей и сделали их жизнь лучше, а зрение чуть-чуть.